автомобиль BMW 520 дизель 2018 года выпуска, выпуск июнь месяц 2018 год, а в эксплуатации с июля. Автомобиль из Германии, пригнан без пробега по Российской Федерации. Все сервисное обслуживание автомобиля у официального дилера до сегодняшнего момента. Автомобиль в идеальном состоянии. Состояние нового автомобиля. Все остекление оригинальное. Комплектация автомобиля максимальная. Автомобиль дизельный, двухлитровый, полноприводный. Система X-Drive, фирменная BMW-шная. Пневмоподвеска, панорамная крыша. Камеры 360. Вон здесь камера. Камеры 360. Здесь у нас камера стоит. Потом система адаптивного круиз-контроля. Вот датчик стоит. Цвет. Сейчас снег идет, не очень видно. Вообще цвет это белый перламутр. Очень красиво на солнце переливается и шикарно вообще смотрится. В комплектации классическая. Белая на черном. То есть белый автомобиль, черный кожаный салон. Кожа натуральная. Вот камера 360, то, что я вам показывал. Плюс еще очень-очень много интересных моментов есть. Вот панорамный люк. Также автомобиль имеет шторки сзади солнцезащитные. Полностью контурная подсветка, меняющая цвета. Сзади идет разделительная сетка багажника, удобно для перевозки груза, чтобы груз не, если полностью под крышу грузить, чтобы груз не заваливался вперед. Также для перевозки животных, собак там что-то, чтобы если собака сидит, чтобы она не дышала сзади прямо в спину. Вот потолок, все в идеальном состоянии. Климат-контроль четырехзонный. Климат-контроль. Еще одна фишка интересная есть в этом автомобиле. Да, автомобиль без шильдиков, окрасов тут никаких нет. Это комплектация специальная без шильдиков. Комплектация Luxury Line. Вот у нас написано Luxury Line. Это люксовая комплектация автомобиля. Вот что я вам еще хотел показать интересно. Да, в автомобиле открывается отдельно автоматическая шторка и отдельно открывается стекло. Очень удобно, если что-то загруженный багажник или, допустим, вам нужно какую-то мелочь положить, можете положить. При закрытии стекла шторка будет закрываться в автоматическом режиме. Не знаю, успею сейчас мне показать. Вот шторка закрылась. Настоящая зимняя погода для использования системы полного привода BMW X-Drive. Хочу показать еще одну вещь у этого автомобиля. Ключик у меня в кармане. Сейчас покажу. Вот. Ключик у меня в кармане. Вот он. Значит, мы подходим к автомобилю. Это система открытия багажника через датчики, установленные под бампером. Подходим. Руки заняты. Ножку под бампер завели. Крышка багажника открылась. Также подходим. Нужно, если закрыть. Также ножку завели. Все. Крышка багажника закрывается в автоматическом режиме. Там по центру под бампером снизу стоят два датчика. И при их пересечении, при наличии ключа, естественно, сзади в зоне действия антенны, вот здесь стоит антенна, в зоне действия антенны, если ключ находится, то крышка открывается. Есть еще одна очень интересная система, которую многие смогут оценить, а многие хотели бы иметь ее в своем автомобиле, в том числе и я. Вот. Я когда покупаю мой автомобиль, я сразу думаю, как бы мне эту штуку установить. А здесь она уже установлена. Это фаркоп автоматически. Он спрятан вот здесь под бампером. Его не видно. Кнопочкой нажимаете,
И вот он появляется. Фаркоп. Все, фаркоп встал. Значит, фаркоп вообще никогда не использовался, потому что он абсолютно весь чистый. Значит, розетка здесь европейского уровня. Можно ее подключить на наши отечественные прицепы, используя переходник, который стоит 800 рублей. Регистрация этого фаркопа не нужна, потому что он идет в стандартной, вернее, в комплектации этого автомобиля. Это не стандартная комплектация, он заказывается отдельно. Стоимость такого фаркопа в районе 6000 евро. Нажимаем на кнопочку. Фаркоп уходит назад. Как я еще раз повторю, система, автомобиль имеет пневматическую подвеску. И при нагрузке на заднюю часть прицепа или груза какого-то, автомобиль подкачивает задние пневмобаллоны, и автомобиль выравнивает свой клиренс. Так, с ключа можно открыть полностью крышку багажника, можно открыть стекло. Вот, допустим, открываем стекло. Стекло открывается. И шторочка автоматически уезжает. Вот. Но стекло придется закрыть рукой, потому что оно не имеет обратного привода. Закрыть, вернее, рукой, да? Вот. Дальше открываем багажник. Вот. Открывается у нас багажник. Помимо ноги, руки, открывается еще из ключа удаленно. Можно его удаленно закрыть. Багажник закрывается. Сейчас я покажу, как шторка у нас открывается и закрывается вместе с багажником. Не знаю, тут через сетку видно будет, нет? Так, открываем багажник. Шторка поехала, открылась. Сейчас, смотрите, я закрываю багажник. Багажник закроется, потом поехала шторка на закрытие. Все, натянулась шторочка. Фары хотел показать. Очень классный у них свет. Фары BMW Adaptive LED. Они многосекционные. Сейчас я вам, если покажу, тут одна секция, вторая секция. Тут раз, два секции. И тут раз, два секции. То есть много секций, которые... Каждая секция, мало того, что она включается и выключается, она еще управляется компьютером. И она меняет углы поворота. Всего остального. Фары светят вообще классно. То есть они дальний не светят, они отслеживают дальний. То есть дальний у вас не выключается совсем, вы когда идете. Он просто затеняет сторону встречного автомобиля или впереди идущего. Но как он светил везде по сторонам, так он и светит. Далее паркинг, то есть вы, нажав на парковку, вы можете посмотреть автомобиль с разных камер, включить разные камеры, либо, допустим, вот посмотреть с разных камер, либо вот автоматический режим, либо можно сделать, допустим, камеру круговую, камеру кругового обзора. Можете посмотреть автомобиль в круговом обзоре. Очень классная система, помогает прям все здорово. Вот, потом следующий режим, камера широкоформатная, то есть здесь, нажав ее, вы можете переключить либо заднюю камеру, либо переднюю в широкоформатное изображение. Она только при заведенном двигателе в движении включается. Сейчас мы заведем. Вот, смотрите, я нажимаю. Вот, это у нас задняя камера включилась.
Так, двигаемся назад. Покажу, как происходит вид сзади. Допустим, смотрите, вы подъезжаете. Вот, вы еще не выехали на дорогу. У вас просматривается. Вот, смотрите, у вас просматривается уже вся левая сторона дороги и вся правая сторона дороги. То есть вы полностью видите все движение на дороге. Если там будет ехать автомобиль, вы уже его увидите. Можно продолжить движение, дорога чистая. Также, когда включаете вперед, опять же нажимаете вот эту кнопочку, у вас впереди включается широкоформатная камера. Если вы выезжаете на из какого-то узкого места и капот, передний бампер высовывается на дорогу, то вы в принципе уже начинаете полностью контролировать ситуацию на дороге. Вы видите полностью и левую, и правую сторону. Ну, этот режим стандартный. То есть получается, это стандартный режим. Поехали вперед. Впереди камера. Сейчас будем приближаться к снегу. Она у нас переключится. Должна переключиться. А, вот. Вот. Она уже переключилась к приближению к сугробу. Вертикальный режим. В автомобиле имеется несколько режимов движения. Это режим комфорт. Так, видно, нет. Режим комфорт, режим Eco Pro и режим спорт. Режим комфорт я использую постоянно. Мне он нравится, в принципе, хороший, нормальный режим. Режим Eco Pro использую на трассе. Автомобиль кушает там 5,2-5,5 литров, когда он идет на круизе спокойно. Вот, режим спорт использую, если нужно обогнать там фуру где-то или еще что-то. Вот, режим переключается вот так. Сейчас я вам покажу. Тут сразу будет переключаться полностью панель, меняться будет, и здесь будет меняться. Это у нас режим комфорт. Переключаем в режим Eco Pro. Вот, переключился режим Eco Pro. Тут у нас поменялись полностью. Приборка поменялась. Здесь у нас, как на электроавтомобиле, стало табло, которое показывает уровень расхода топлива, заряд там, и все остальное. Тут сейчас пока 10,5, не обращайте на это внимания, просто машина стоит на месте, долгое время работает, поэтому я на ней не выезжал. Фактически она просто для видео завел, чтобы она поработала. Так, режим спорт включаем. Включаем режим спорт. Автомобиль, да, тут, кстати, можно все еще настраивать, все системы. Автомобиль становится очень динамичным, полностью меняется режим работы двигателя, режим работы коробки, подвески и всего остального. Машина начинает крутить двигатель сильнее, вот, переключается алгоритм передач. Вот. Режим спорт, считаю, что постоянно на режиме спорте ездить не имеет смысла, тем более это мой автомобиль дизельный. Вот, включать его нужно в определенных моментах, когда нужно что-то там обогнать. Режима комфорт хватает за глаза, мощность 200 лошадиных сил более чем достаточно ездить даже по глубокой каше снежной с полным приводом, то есть вообще просто супер. Комфорта режима хватает всегда. Включаем наш любимый режим комфорт. Приборку можно менять, часы можно с аналоговых переключить на цифровые. Вот, ну, как я говорил уже, тут тоже у нас климат-контроль сенсорный, можно его тоже также настраивать. Вот. Шайба у нас с активной панелью. Сам монитор у нас тачскрин. Тоже вот он работает. Вот карта, допустим, у вас такая карта. Захотели большую карту, вот эту вот раз.
все, у вас большая карта стала. Захотели опять там что-то наблюдать за музыкой или еще чем-то, раз у вас поделился на две части. Можно на три поделить, но это через, это настраивается через систему меню. Система внутренней контурной подсветки автомобиля. Можем выбрать цвета, можем выбрать оранжевый. Вот оранжевый. Можем выбрать бронзовый. Можем выбрать белый. Можем выбрать голубой. Можно выбрать зеленый. Можно выбрать сиреневый. Ну, мне голубой нравится, сиреневый нравится. Оранжевый классный. Как я говорил, здесь имеется дисплей широкоформатный, самый большой, который устанавливается на BMW. Он еще и тачскрин. То есть тут можно делать такие вещи. Вот, либо карту можно выбрать на север, либо вот, вот карту на север выберем, показания, да. Либо вот можно выбрать что-то там, что хотите. Стрелка, указатель, куда поворачивать. Если не задан маршрут, будет показывать компас. Либо можно выбрать, посмотреть то, что играет. А бортовой компьютер любой можно поставить сюда. Либо то, что там по Bluetooth, допустим, у меня играет. Вводить в навигации можно с помощью голоса. Вот, допустим, мы будем вводить вот голосовой ввод. Потом можно вводить, ну, выбрать язык. Можно вводить вот таким способом. И можно вводить вот таким способом. Наверное, например, вот такой вот. Вот, видите, буква О. N. Вот, и вы вводите таким методом полностью название улицы, адреса, куда вы хотите построить маршрут. Здесь имеется, так он закрывается у нас, и так открывается, USB подключение, прикуриватель, подстаканники два и беспроводная зарядка для телефона. Так, имеется документация, инструкция все на автомобиль, на сервис у нее электронный, два ключа и плюс еще комплект документов, то, что я масло менял. Покажу, как работает система бесключевого доступа. Вот автомобиль, мы закрыли, просто захлопнули дверь, везде тут подсветочка ручек стоит. Зеркал, подсветка внутренней зоны. Вот. А здесь есть на двери насечки такие. Нужно сюда приложить пальчик и подержать одну секунду примерно. Все. Автомобиль у нас закрылся. Открывается. Руку приложили. Автомобиль открылся. Также работают и задние двери. То есть приложили руку к задней двери, автомобиль открылся. Закрыли, приложили палец, автомобиль закрылся. Также работает и багажник. Открыли багажник, багажник открылся. Даже вот если автомобиль открытый у нас. Вот, вот на открытый. Закрываем багажник. Багажник закрывается. И зеркала сложились. Автомобиль закрылся.
все. Так, покажу сейчас. Сразу пристегнуть, чтобы ничего не пищало. Вот смотрите, двигатель работает. Движение. Сейчас салон прогреется немножко, тоже по салону отслеживает еще. Смотрите, я подъехал к светофору, к перекрестку, остановился. Все, двигатель зашел, заглох. Двигатель, видите, написано ready, ожидание, в режиме ожидания. У меня нога на тормозе, двигатель стоит, заглох. Я ногу с тормоза отпустил, автомобиль поехал. Попробуем, как работает авто. Вот, все. Автоматический ручник. А, двигатель не работает, остановился. А, в режиме ожидания. Нога у меня не на тормозе. Чтобы дальше двинуться, мне нужно нажать на газ. Я на газ нажимаю, двигатель завелся, автомобиль поехал. Автомобиль едет дальше. Я сейчас опять остановлю. Я нажимаю на стоп. Все, автомобиль остановился. Машина автоматически поставилась на ручник. Я ногу убрал с газа. Сижу в пробке. Двигатель не работает. Все системы работают. То есть вообще очень удобная система. На газ дальше только нажал. Автомобиль дальше поехал. Но ставить автоматически на ручник в зимний период времени я не рекомендую, потому что примерзают колодки к тормозным дискам. Вот, поэтому я не рекомендую в зимний период времени ставить автоматическую постановку на ручник. Вот даже мы остановились сейчас просто на парковке, автомобиль стоит в режиме паркинга, двигатель не работает. Вот я сейчас газну, он заработает. На сегодня все, очень хороший автомобиль. В этом видео я хочу показать, какие системы установлены в этом автомобиле. Писать я буду с монитора автомобиля, потому что я, к сожалению, не нашел в интернете ни одного ролика, который бы воспроизводил эту анимацию. Это все прописано в бортовом компьютере автомобиля. Все, что вы увидите, все системы, абсолютно все, они все установлены в этом автомобиле, мною протестированы, и все функционируют и работают. Поехали. Заходим в мой автомобиль, заходим вот в руководство по эксплуатации и анимация. Я прочту сейчас. Систем много. Сейчас мы все, я ролик... Хотите посмотреть все, они все познавательно интересные, но можете не смотреть. Помощь при объезде, предупреждение о приближении, система автоматического запуска останова двигателя, адаптивное освещение поворотов, это поворотный свет, активный круиз-контроль, неслепящая система управления дальним светом, это LED-адаптивная система дальним светом, которая не слепит дальних, ну, не слепит встречку. Система динамического контроля устойчивости DSC, это фирменная BMW-шная система.
Виртуальный дисплей – это проекция на лобовое стекло с выводом навигации. Комфортный доступ – это бесключевой доступ с функцией открывания ногой багажника. Под задним бампером датчики стоят. Ассистент рулевого управления – система помощи при движении. Это активный руль, то есть руль вам помогает, сам подруливает. Сигнализация аварийного сближения при парковке ПДС. Это система, которая работает с множеством датчиков и камер. Парковочный ассистент – это автоматическая система парковки. Интеллектуальная, она сама и рулит, сама и приводит автомобиль в движение, сама и тормозит. Предостережение распознавания людей от системы торможения. То есть это, если вот человек экстренно выскочил на дорогу, система автоматически среагирует, камеры, и сама затормозит автомобиль. Предупреждение о переходе на другую полосу движения. Когда вы без включения поворота пытаетесь перейти на другую полосу движения, система предупреждает и легким движением руля возвращает вас на свою полосу движения. Speed Limit Info. Это система распознавания дорожных знаков. Дорожные знаки распознаются, проецируются на проекции на лобовое стекло, также проецируются на LED-приборную электронную панель и прописываются в систему навигации. Предупреждение о смене полосы движения. Если вы включаете поворот, а вас обгоняет автомобиль, система издает предупредительный сигнал, и также руль подруливает, не дает обгону, пока автомобиль, который в слепой зоне находится, не уйдет из слепой зоны. Система кругового обзора. Это камеры кругового обзора. Шикарная система, работает очень здорово. Значит, помогает при парковке, при выезде из каких-то сложных пересеченных там дорог, перекрестков. Фирменная система X-Drive. Это полный привод BMW, фирменная система, которая интеллектуально работает, перераспределяет усилия на ведущие колеса. И также она умеет подтормаживать колеса. Предупреждение о преимущественном проезде. То есть система, которая читает знаки «Уступи дорогу», знаки «Стоп». Когда она видит эти знаки, и если вы их игнорируете, она предупреждает специальным звуковым сигналом. Ну, поехали, наверное, начнем с первой системы. Это помощь при объезде. Ассистент уклонения от столкновения оказывает поддержку водителю в определенных ситуациях при уклонениях, к примеру, в случае внезапно возникающих препятствий. Для этого датчики контролируют область вокруг транспортного средства и обнаруживают соответствующее свободное пространство для уклонения. Камера рядом с внутренним зеркалом контролирует область перед транспортным средством. Если существует угроза столкновения с обнаруженным препятствием, выдается предупреждение. Если существует повышенная угроза столкновения, выдается настоятельное предупреждение с предупреждающей сиреной. Если при настоятельном предупреждении водитель выполняет маневр уклона, система вмешивается посредством целенаправленной поддержки. При этом осуществляется целенаправленное и безопасное направление транспортного средства в зону свободного пространства, обнаруженного системой. Водители далее контролируют область вокруг транспортного средства и дорожную ситуацию. Система предупреждения о приближении. Предупреждение о приближении с функцией торможения помогает при этом обнаружить опасность столкновения и предотвратить наезд при торможении. Датчики в переднем бампере и видеокамера контролируют дорожное движение перед вашим автомобилем и способны обнаруживать автомобили, которые находятся в рабочей зоне датчиков и видеокамеры. Эти автомобили могут стоять,
или двигаться. В частности, если движущийся впереди автомобиль резко затормозит, то может потребоваться быстрая реакция. В случае обнаружения движущегося впереди автомобиля, система помогает оптимизировать время реакции с помощью двухуровневого предупреждения. Первый уровень предупреждения – это предварительное предупреждение. Оно предупреждает о намечающейся опасности столкновения или очень маленьком расстоянии до движущегося впереди автомобиля. Это предупреждение подается путем индикации соответствующего символа в комбинации приборов. Одновременно тормозная система приводится в состояние готовности к торможению до полной остановки. Вторым уровнем является срочное предупреждение, которое активируется при прямой опасности столкновения. Символ в комбинации приборов начинает мигать, и одновременно раздается звуковой предупредительный сигнал. Кроме того, автомобиль автоматически слегка потормаживается, чтобы дать возможность начать процесс торможения, а затем самостоятельно и интуитивно довести его вплоть до полного торможения. Таким образом, система поддерживает свое реагирование на дорожную обстановку и делает движение еще более безопасным. Следующая система – система автоматического запуска основного двигателя. Система автоматически выключает двигатель после остановки автомобиля. Тем самым предотвращается избыточный расход топлива. Для продолжения движения двигатель автоматически запускается снова. Двигатель автоматически выключается, если в неподвижно стоящем автомобиле нажимается педаль тормоза. Индикатор в комбинации приборов сигнализирует о готовности к работе. Двигатель включается, если, к примеру, опускается педаль тормоза или нажимается педаль газа. В определенных ситуациях двигатель остается включенным, даже когда автомобиль не движется. Например, когда двигатель еще не прогрелся до рабочей температуры, или же аккумуляторная батарея автомобиля сильно разряжена. Следующая система – адаптивное освещение поворотов. Это поворотный свет. Различные системы управления освещением адаптируют свет фар автомобиля к самым различным дорожным условиям. Адаптивное освещение поворотов следует за траекторией движения вместе с поворотом рулевого колеса. Благодаря этому лучше освещается внутренняя зона поворота. При прохождении крутых поворотов подключается система освещения поворотов, что еще больше увеличивает освещаемую зону. Благодаря этому водитель лучше видит, например, пешеходов. Благодаря такому многообразию регулирующих систем обеспечивается оптимальное освещение дороги в самых различных дорожных условиях. Следующая система – активный круиз-контроль. Активный круиз-контроль позволяет задать скорость, которая будет автоматически поддерживаться при движении автомобиля по свободной дороге. Если впереди появляется автомобиль, едущий медленнее, то система автоматически подстраивает скорость вашего автомобиля в пределах возможного. Вы можете регулировать дистанцию, которую система будет поддерживать до едущего впереди автомобиля. Для поддержания дистанции система автоматически сбрасывает газ и при необходимости притормаживает автомобиль вплоть до его полной остановки. Система повышает скорость автоматически, если вы приводите автомобиль в движение после нескольких секунд остановки. Как только дорога перед вами становится свободной, автомобиль разгоняется до заданной скорости.
система, не слепящая система управления дальним светом. Это адаптивная система дальним светом, очень хорошо помогает в дороге. Система позволяет оптимально освещать дорогу, не ослепляя других участников дорожного движения. Для этого камера вблизи внутреннего зеркала заднего вида контролирует зону перед вашим автомобилем. Она распознает свет от фонарей автомобилей, едущих впереди вас. Камера также распознает свет фар от автомобилей, едущих навстречу. При распознавании других участников дорожного движения система автоматически адаптирует дальний свет так, что они не ослепляются. Для этого фары наклоняются на несколько градусов. Световой конус изменяет свое направление. При этом возникает зона, которая освещается дальним светом лишь незначительно. За пределами этой зоны оптимальное освещение дороги сохраняется. Такое выравнивание вариативно изменяется под движение других участников дорожного движения. При движении автомобиля, едущего навстречу, направленный на него дальний свет деактивируется. Кроме того, дальний свет от обеих фар выключается, если вокруг становится достаточно светло, например, в населенных пунктах. Следующая система – система динамического контроля устойчивости DSC. Система динамического контроля стабильности препятствует пробуксовке ведущих колес и распознает нестабильные режимы движения автомобиля. При прохождении поворотов без DSC и на соответствующей скорости автомобиль уходит в занос. DSC распознает это состояние и помогает выровнять автомобиль. Для этого система снижает мощность двигателя. Кроме того, для стабилизации автомобиля подтормаживаются отдельные колеса. Таким образом, динамический контроль стабильности помогает автомобилю удержать курсовую устойчивость в пределах физических границ. Следующая система – виртуальный дисплей. Это проекция на лобовое стекло. Тут проецируется скорость, дорожные знаки, дорожная обстановка и навигация, информация от навигационной системы. Полноцветный виртуальный дисплей BMW проецирует важную для управления автомобилем информацию прямо на лобовое стекло в поле зрения водителя. Это позволяет водителю всегда быть сконцентрированным на ситуации на дороге. Виртуальный дисплей отображает, например, текущую скорость, указание системы навигации и оповещение о скоростном режиме, включая запреты обгона. При помощи контроллера iDrive индикацию можно располагать горизонтально или вертикально, чтобы подобрать для себя наилучшую эргономику. Для оптимального распознавания индикации интенсивность проекции автоматически адаптируется под условия наружного освещения в светлое и темное время суток. Следующая система, установленная в этом автомобиле, это комфортный доступ. Это бесключевой доступ. Она в себя также включает открытие багажника проведением ногой под задним бампером. Там стоят датчики, которые реагируют на движение, и багажник открывается, когда заняты руки, очень удобно. Система позволяет легко получить доступ к автомобилю, не используя ключ дистанционного управления.
Для этого достаточно, чтобы ключ был под рукой, например, в кармане брюк. Достаточно взяться за ручку двери автомобиля, чтобы ключ распознался автоматически, если он рядом. Таким образом, можно отпирать двери и открывать крышку багажника, не доставая ключ. Чтобы запереть автомобиль, достаточно около секунды подержать палец на специально отмеченном поле. В зависимости от комплектации, крышка багажника может разблокироваться и открываться автоматически. Например, если у вас заняты руки. Над задним бампером есть датчики, которые контролируют две соответствующие зоны. Поэтому для того, чтобы крышка багажника открылась, нужно лишь встать по центру, позади автомобиля. Если в нужном направлении провести ногой через обе зоны, контролируемые датчиками, то крышка откроется или закроется. Следующая система – ассистент рулевого управления, система помощи при движении. Это активный руль. Система активно повышает комфортность езды на любых дорогах, помогая удерживать полосу движения. По желанию, система управляет автомобилем, удерживая его на полосе движения. Таким образом, обеспечивается более комфортная езда, например, при монотонном движении по автомагистрали или в пробках. Большинство радиолокационных датчиков и стереокамера контролируют ситуацию вокруг автомобиля и передают сигналы в блок управления. Стереокамера для распознавания полосы движения и распознавания объектов, а также один передний и четыре боковых радиолокационных датчиков для обнаружения окружающей среды. Анализируя такие сигналы, система определяет оптимальное усиление рулевого привода. А при более высоких скоростях, до 210 км в час, система должна распознавать две линии, ограничивающие полосу движения. При низких скоростях до 70 км в час система должна распознавать впереди идущий автомобиль. Руки при этом всегда остаются на рулевом колесе. При этом контроль за автомобилем всегда находится в руках водителя. За счет вмешательства в рулевое управление система активно способствует тому, что даже после долгой езды можно было достичь места назначения в более расслабленном и отдохнувшем состоянии. Следующая система – сигнализация аварийного сближения при парковке ПДС. Система ПДС помогает водителю при припарковывании и маневрировании. Для этого система следит за приближением к объекту. При сближении подаются звуковые сигналы, и на дисплее управления выводится схематическое изображение. По мере приближения автомобиля к объекту, характер сигналов и изображения меняются. Следующая система – парковочный ассистент. Это система автоматической парковки. Ассистент парковки распознает свободные места для парковки поперек дороги и параллельно ей и начинает автоматическую процедуру парковки. Для этого при медленном проезде датчики измеряют возможные парковочные промежутки по обеим сторонам дороги. При активированной системе подходящие парковочные промежутки отображаются на дисплее управления. После запуска автоматического процесса парковки система берет на себя управление, ускорение и торможение. Далее контроль пространства вокруг автомобиля остается под вашей ответственностью. Система контроля дистанции при парковке поможет вам оценить ситуацию с парковочными местами. Соблюдайте дистанцию до препятствий. На основании физических пределов система может не своевременно распознавать препятствия. При необходимости можно в любое время обратиться к автоматическому маневру парковки.
Следующая система – система предостережения распознавания людей от системы торможения. Это камеры, установленные в автомобиле, которые следят за резким выходом пешеходов на проезжую часть и своевременно останавливают автомобиль. Система предупреждения о людях с функцией торможения в городских условиях может быть полезной для предотвращения аварий с участием пешеходов, например, внутри населенных пунктов. При этом система предупреждает о возможности столкновения с пешеходами в определенном диапазоне скоростей. Камера в зоне внутреннего зеркала заднего вида распознает людей в опасной зоне. Звуковой сигнал предупреждает об опасности аварии и призывает к немедленному вмешательству, например, к торможению. При торможении для сокращения тормозного пути дополнительно производится автоматическое воздействие на тормозной механизм. Следующая система, установленная в этом автомобиле, предупреждение о переходе на другую полосу движения. При достижении определенной скорости предупреждение о переходе на другую полосу сигнализирует о том, что на дороге с линиями ограничения полос предстоит покидание автомобилем полосы движения. Система сигнализирует о покидании полосы движения с помощью легкого вибрирования рулевого колеса. При этом, в зависимости от оснащения, активное вмешательство в рулевое управление помогает удерживать автомобиль на полосе движения. Отмена предупреждения выполняется автоматически через 3 секунды. Или при включении указателя поворота. При сильном торможении. Или при возврате на полосу. Система не предупреждает, если перед сменой полосы происходит включение указателя поворота. Следующая система – Speed Limit Info. Это система чтения дорожных знаков. Дорожные знаки проецируются на LED-приборную панель, на электронную панель. Также они проецируются на проекцию лобового стекла и прописываются в системе навигации. Система в комбинации приборов показывает ограничение скорости, действующее на данном участке дороги. Также отображается предупреждение с запретом на обгон. В рамках заданных возможностей камера вблизи внутреннего зеркала заднего вида перепроверяет дорожные знаки на обочине дороги. Она распознает знаки ограничения скорости и запрета обгона, а также передает на комбинацию приборов предельную скорость. Также распознаются дорожные знаки, отменяющие ограничение скорости. При ограничении скорости система учитывает и информацию от вашей системы навигации. На дисплей выводится ограничение скорости, действующее в населенных пунктах, в которых не установлены специальные дорожные знаки. Следующая система – предупреждение о смене полосы движения. Эта система работает тогда, когда вас обгоняет, допустим, автомобиль, или он находится в слепой зоне, которую вы не видите, и вы хотите сменить полосу движения, включаете поворот. Поворот, система издает предупредительный звуковой сигнал, и рулевое колесо не дает вам сделать поворот. То есть активация руля не дает вам сделать поворот. То есть вы чувствуете усилие на рулевом колесе. Система предупреждает о критических ситуациях при смене полосы, тем самым активно повышая безопасность, например, на автомагистрали. При смене полосы движения особо важным является контроль обстановки сбоку и позади автомобиля. Однако в зависимости от ситуации, определенные зоны рядом с автомобилем и позади него могут быть плохо просматриваемы. Поэтому при включенной системе датчики в заднем бампере контролируют зону позади и рядом с автомобилем.
Начиная с определенной скорости, в наружном зеркале показываются приближающиеся сзади или проезжающие мимо автомобили. Если в подобной ситуации осуществляется включение указателя поворота, сигнализирующее системе о намерении смены полосы, то выдается предупреждение. Предупреждающий символ в наружном зеркале начинает мигать, а рулевое колесо вибрировать. При этом, в зависимости от оснащения, активное вмешательство в рулевое управление помогает удерживать автомобиль на полосе движения. Благодаря этому водителю оказывается интуитивная поддержка при прерывании запланированной смены полосы и предотвращении возможного столкновения. Отмена предупреждений выполняется путем отключения указателя поворота или при выходе автомобилей из критической зоны. Таким образом, предупреждение о смене полосы движения помогает своевременно распознавать и избегать возможной опасности при смене полосы движения. Следующая система – это очень хорошая система. Это камеры кругового обзора 360. Помогают при парковке в труднодоступных местах. Очень удобная система. Система помогает при парковке и маневрировании, например, в узких и плохо просматриваемых ситуациях движения. Для этой цели информация подается в систему с помощью нескольких камер вокруг автомобиля. В зависимости от ситуации, система автоматически переключает угол зрения. По желанию, угол зрения выбирается вручную. На основе данной информации бортовая электроника вычисляет дополнительные перспективы камеры. Это позволяет оптимально отображать процесс парковки или маневрирования на дисплее управления с помощью сгенерированных компьютером 3D-изображений. Свободно перемещаемая камера обеспечивает изображение с различных углов зрения. Кроме того, для отображения обстановки на выбор имеются дополнительные функции камеры. Видеокамера заднего вида для отображения зоны позади автомобиля. А также панорамный обзор для отображения пересекающегося движения, например, на примыканиях и выездах. В дополнение к этому, с помощью различных вспомогательных функций, например, высвечиваемых на экране вспомогательных линий, можно еще более надежное маневрирование в узких местах. Благодаря отображению автомобиля и его окружения с различных углов зрения камеры, любой процесс парковки и маневрирования становится еще более надежным. Следующая система – X-Drive. Это оригинальная система BMW полного привода. Эта интеллектуальная полноприводная система оптимальным образом передает тяговые усилия дороги даже при плохом состоянии дорожного полотна. Для этого датчики постоянно контролируют дорожные ситуации вашего автомобиля и выявляют самые разные состояния покрытия дорожного полотна. Например, сухость, влажность или снег. Система реагирует на проблематичное состояние дорожного полотна, регулируя распределение тягового усилия между передней и задней осью. Например, если задние колеса находятся на скользком дорожном полотне, а передние колеса на сухом. Тяговое усилие с регулируемым усилением передается на передние колеса. Таким образом, обеспечивается надежное и быстрое трогание с места. Но и при прохождении поворотов система X-Drive способствует обеспечению еще более подвижных и надежных ходовых качеств автомобиля. Вместе с системой динамического контроля устойчивости DSC полноприводная система обнаруживает излишнюю поворачиваемость автомобиля при очень быстром прохождении поворотов. Тяговое усилие автоматически переносится с задних колес на передние. Это делает возможным безопасное прохождение поворота с оптимальной тягой.
Таким образом, эта интеллектуальная полноприводная система обеспечивает сочетание оптимальной тяги, боковой устойчивости и безопасности движения при максимальной подвижности. Так, следующая система. Предупреждение о преимущественном проезде. Предупреждение о преимущественном праве проезда выводится в ситуациях, в которых на основании дорожных знаков должно гарантироваться преимущественное право проезда, например, на перекрестке. Для этого система при помощи камеры оценивает дорожный знак и запрашивает информацию о направлении движения у навигационной системы. Система отображает в диапазоне скорости 15-65 км в час два уровня предупреждений. Предварительное предупреждение и настоятельное предупреждение со звуковым сигналом. Для этого находящаяся впереди ситуация преимущественного проезда должна быть четко обозначена знаком «Предоставить право преимущественного проезда» или «Стоп». Все эти системы, установленные в этом автомобиле, все они функционируют, работают, мною проверены.